Привет! Ты на канале Кай Стример, и мы продолжаем играть The Braves. В ратуше говорят, что надо отправляться в лес на уровень сложности тяжелый. Погнали. Так, будем играть за паладина. Стартовый навык бросок вера. Кстати, совет тоже говорит о том, что нам надо пока проходить еще лес и лабораторию. Даже уровень сложности легкий в погосте требует 2850 здоровья, ну, как рекомендованная характеристика. То есть пока еще туда рано соваться. Ну, не то, что прям очень рано, но не рекомендуется. Все, погнали. Лес тяжелый, все. Будем бить молотом. Ну ничего так. Только надо больше таких молоточков кидать. Штук 10 хотя бы. Плюс 100% к урону. Действительно, что мелочиться там? Плюс 10, плюс 5. Ну, кстати, вообще классно. На карте две книжки. Хотя, это тоже своего рода минус. Если проходить совсем легко, то лучше ресурсы. Короче, мне не угодишь. Какая-то... Треуголка или что-то там рейнджеры. А мы можем посмотреть, что нам дали, нет? Ну неплохо, прям по птичке. Прям по птичке. О, красава. Не тяни кота за бронепоезд. Могучая воля. Это про нас. Может, бомбочку? Воля волей, а бомбочка бомбочкой. А тут врагов, что ли, стало чуть побольше? Как-то... Ну, хотя, может, оружие просто такое. Мне, кстати, сказали, ну, крестик же есть, крестик. Прикинь. Ведь что-то на крестик, что ли, нажать не можешь. А мне и сказать даже нечего, прикинь. Крестик жмешь и банишь навык. И тебя больше не беспокоит там. Ну, правда, тут забанить надо 90% шлака. Ну, давай, давай, молоточки, молоточки. Ну, мне хочется под вот эту штуку синергия. Мне нравится, остаются следы. Горячие. Я так не дойду до книжки. Какое нахрен пробивание? Ты чё? Да бери давай. Лучше бы мне дополнительный снаряд, чтобы молоточков было дохренище. Говорю, хотя бы штук 10. Так, ну здесь я уже не могу сбросить. Ну давайте возьмем вихрь клинков. Неплохая вещь.
Ну, правда, когда бьет в одну сторону, слабенько совсем. Ну-ка. Задолбали рекламой. Утырки. Так, куда мы пойдем? За пеньком? Короче, специалист по святому урону нифига святого урона не имеет. Ну, навыки не бьют. Классика. Но все равно этот уровень, я думаю, слишком для нас простой. Разницы не будет. Так, надо все-таки сходить забрать. А, вот аура веры. Не знаю, аура-то как фигачит. Хорош. Пойдем еще бомбочку возьмем. О, три молоточка. Хорош. Дополнительный снаряд. Ну давайте возьмем. Нужно больше молоточка. Кусочек пиццы, может. Босс. А я думал, куда ты делся? Держи молоточек. Попал. Немного священного урона. Сейчас надо вот так, сверху надо, чтобы все молоточки летели через волка. Одобряю. Сто процентов к урону. Ну правильно, что мелочиться-то. Так, так, мы сюда идем. Слышь, тут так много всяких вкусняшек. Нифига себе, это меня так сильно укусил оса. Ну, хпшка-то большая у паладина. Он у меня 25 уровня. И одежда прокачана уже. Ну, скромненькая, но прокачана. Ого, а это кто это? Это обычные хрюшки так уже умеют делать? Нифига себе, тут можно что, погибнуть даже? А, или это птичка меня? Два пробивания. Дайте-ка я схожу поем. Неожиданно. Они были такие милашки.
150 к урону. Все правильно. Шлем ополченца. За книжкой пойдем. Чё-то борзок-то сколько. О, осы. Отлично. Время отката. Мне нравится время отката. Вообще. Подожди, а как там? На, все уже, все пассивки я занял. 6 штук. Ну и ладно. С эволюцией все равно тут ни хера не получишь. Это утопия. Поэтому то, что там что-то не складывается. Так, и сколько там? 10? Ну басы как вот прокачать ты можешь, а потом там вообще какая-то прогрессия идет, прям жуткая. Тебе там по 10, по 15 книжек на уровень надо. Так там типа вообще вот до 25 уровня, что ли, одна книжка на уровень. У меня было 40 книжек, я думаю, нифига себе, типа вообще всех прокачаю. Ну, не всех, хотя бы одного. Очень хорошо. О, неплохо. На штурм. Да, ну хпшку-то я немного потерял. Надо идти есть. Ну, вообще в лесу всегда есть что пожрать. Надо просто знать, где искать. Убейте кабана в лесу. Да ладно. Это прям достижение? Мне кажется, до пенька, который слева, можно вообще не дойти. Ну, мы будем стараться. Еще один снаряд. Ну, нормально. Да, кулдаун, конечно, какой-то жуткий. Босс? Это ты, что ли? Очень отвлекают вот этими линиями красными. Ну, все-таки да, они работают. Ты подумай. Ну да, это потому что уже медведи начали делать рывки, а не кабанчики. Блин, зацепил. Так, ну и что у тебя там? Меньше урона. Больше священного урона. 4,5 косаря прилетает молоточком. Ну-ка, вот птичек, аурой.
Не пройти, не проехать. Ну-ка. Огоньку ему, огоньку. Дать ему прикурить. Неплохо, неплохо. Ну вот этот вихрь-то тоже неплохой. За счет дополнительных снарядов. Видишь, там 4 удара. По 2 в каждую сторону. Но они, может, не такие, конечно, мощные, но подкасать, наверное, сносит. Хотя здесь это уже не так. Убить медведя в лесу. Видишь, справляемся. Сейчас придем в ратушу, а там награды. Все равно, что 50 рублей задонатить. Время отката. Или двигаться. Ну, давайте двигаться, наверное, к пламени. Хотя время отката... Это время отката. Сильнее не скажешь. Так, погоди-ка, погоди-ка. Ну, надо сходить. Сходить, забрать пиццу. И бомбочку. Давай. Со всеми разобрались. Не, ради пиццы все-таки не пойду. Ну, почти полная хпшка. Нужно магнитик найти. О, волк. Вот это хорошая новость. Поджаривай, поджаривай его. Еще больше священного урона. Смотри, до пенька дошли. Почти. Так. Посох поджигателя. Ну, нормально. У меня их, по-моему, 3. Можно улучшить. Не, ну враг ничего не может сделать. Только вот рывками. Что-то там. Это зря вы хрюкаете. Врезал таки. Ну давай радиус ауры. Дай ему молоточком-то пару раз. Пару раз молоточком. Гаденыш. Все-таки попадает. Ну скорость маловато у персонажа.
Ну да, и немного непривычно. Раньше атаковал так только сам босс, а сейчас еще мелочевка всякая. Драконий огонь. Так уж и быть, возьмем. Снижаем урон. Еще немного священного урона. Хорошо иметь такую ауру против комаров летом. Так, из этого книжку можно выбить. Ну-ка. Сын получает и от ауры, и от вихря, и какие-то молоточки через него пролетают. Ну, наконец-то, три. Не томи. Вихрь клинков. Чуть-чуть не хватает до эволюции. Но ее не будет уже. Неплохо, неплохо. 35-й, ну, какой-нибудь 40 какой-нибудь уровень получим. Так, аура еще мощнее. Да, не может стоять на месте. Но это было бы, конечно, мощно. Если бы аура просто не позволял даже подойти. Так, сколько уровней будет?
Аура веры. Еще больше священного урона. Еще мощнее ауры. Давайте откат. Радиус подбора. 43 уровень. Очень хорошо. Метательный диск. Давай метательный диск. Браслет чародея и магнитик. О, грибочки какие. Стальной веер. Ну, давай стальной веер. Нихера себе, какой мощный. А, за него, наверное, книжку дают. Сейчас он прожарится. Да, точно. Мне ничего не предвещает вообще сложностей. Хотя если противник быстрый и наносит там по 500-600 урона, то погибнуть можно за пару секунд. Тут это может быть обманчивое впечатление. Но обычные противники, конечно, слабы. Может, здесь нам потусить? ХПшка полная. Еще два снаряда. И бомбочка еще. Все, здесь тусуемся. Видишь, там остановка времени. А здесь бомбочка. 2 минуты. Сейчас этот еще книжку нам даст. Интеллигентный. Пенек. Блин. Все из-за тебя. Гнилушка. Давай область. Так, а наверху там где? Остановка времени. Далековато. Мне кажется, мы уже готовы тогда к третьей локации. Ну, видишь, там просто предупреждают, что легкий
уровень на третьей локации, он сложнее, чем здесь тяжелый. Денег 1500 заработали. Очень неплохо. Ну, правда, я не знаю цены последующие, но так, в принципе, там 2500, ну, хватает, чтобы там что-то улучшить, и ратушу. Но это пока. Что там будет дальше, непонятно. Там растет какой-то странной прогрессии. Паучок? Здорово. На вот тебе. Ну, на бутыль его, на бутыль. Прожарка. Ну, половину мы ему уже снесли, считай. Кусок пиццы хочешь? Вы получили шляпу. Вот это точно. Шляпа. Можно вообще не смотреть. Так, деревяшки. Камень. А это одна деревяшка, что ли? Че так щедро-то? Четвертинку бы дали. О, мы что-то там уже выполнили. Повысить уровень рынка до 3-го, оружие до 15-го, перчатки, да чего-то там и что-то там. Купить 5 предметов экипировки на рынке. Ну, погнали, это вроде не очень сложно. С этим я, наверное, справлюсь. Ну вот кольцо рейнджера вроде дешево можно взять. И, наверное, кольцо ополченца за один. Так, ну все, выполнено. Чик-чик. О! Здесь тоже что-то выполнено, 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 выполнено. Метательный диск до 4 уровня. Прикинь, у меня метательного диска не было. А дадут призму эфира, и можно будет в портале когда-то. Непонятно когда. Призвать нового героя. Тут сказано, что при... призыве 10 гарантированно выпадает герой. Ну, я надеюсь, это новый имеется в виду герой. Потому что, смотри, вот у меня герои, но вот еще осталось 5 отстойных, а остальные уже эпичные и легендарные. Ну, если как бы постепенно будут давать, ну, как бы, ну, вообще шанс на эпичного или легендарного, ну, высокий. Легендарных 7 штук. То есть 7-7, ну если равновероятно они. Хотя это, конечно, далеко не факт. Ну ладно, так, что у нас? От нас хотят диск в бою до 4 уровня. Ну посмотрим, может получится. А может быть нет. Как пойдет. Так, в инвентаре что? Так, нет, мы в кузницу пойдем. Что-то можно улучшить? Вот эту фигню можно улучшить? Да. Отлично. Носки. Нельзя. Так, а вот шлем. А что же улучшается? Смотри, 300... А, на один уровень просто. 300... А, уже вот этот шлем 29 уровня лучше, чем шляпа 300... Ну, чем шляпа 25. Так, а что мы можем слияние? Вот автослияние. Отлично. Посох поджигателя. Где он? Вот этот вот. Посох поджигателя.
Да все как какое-то однотипное. Кольцо воина, кольцо чародея. А что, оно не работает, если ты надеваешь не на того? Как бы в чем прикол? Наручи ополченца. Вот, знаешь, шапка чародея. 400 это. Вот если я снимаю, ну, падает. То есть она дает, как бы, показатель. Значит, не чародей, это паладин. Шкура варвара. Ты варвар? Да. Названия разные, а показатели одни и те же. Что за хренотень? Как это понимать? Ты понимаешь? Так, улучшить тетку. О, все. Улучшили. 26 уровень. Ну, кстати, неплохо. Так, хпшка увеличивается на 82. Все, погнали. Третья локация, погост. А здесь у нас уже невозможный уровень сложности. Ну, так потихоньку, может, и пройдем. Что-то. Ну, хотя, если здесь каждая последующая жесть. А, скоро будет. Раз, два, три. Еще считать до трех умею. Все. Ну, главное зацепиться. Потому что если будут зажимать, то можно, конечно, погибнуть и не показать все, на что способен персонаж. Блин, я забыл, что надо качать. Метательный диск до 4 уровня. Ну, там просто названия такие все схожие. Ладно, давай возьмем. Ну просто я занимаюсь прокачкой в лесу на уровне сложности легкий. Быстро получаешь уровни, прокачиваешь и выходишь. Ну здесь хочется все-таки больше сделать за раз. Ну, кстати, если мы прокачаем, можно будет и перезапустить в случае чего. О, книжку так легко выбили, вот это да. Так мы какой? А, мы легкие, да, играем. Я думаю, может, мы какой-то уровень сложности не тот. А тут другого и нет. Ну, облом там запуститься. И не то играть. Не могу уйти. Хочется забрать весь опыт. Радиус подбора-то маленький. Неплохо диском прошелся. Так, и что же вы тут охраняли? Тапки ополченца! Белый, наверное.
О, молоточки-то полетели, полетели молоточки. Ну где лава-лапа, ну не жмитесь. Да, метательный диск. Ну ладно, не будем пока перезапускаться. Будем играть с метательными дисками. Не, бросок веры. Но у меня уже взят этот аватар. То есть, если бы он у меня не был взят, то как бы, чтобы его забронировать, имело бы смысл. Тут, суки, из-за дерева не мог обойти. Просто бывает так, что ты можешь как бы за деревом немного пройти, ну, в каких-то играх, а здесь вообще не можешь. Шанс уклонения. Ну, еще что-нибудь есть поприкольней. Ну, давай метательные диски. Еще метательный диск. Надо внимательно посмотреть, с чем он тогда эволюционирует. Какой-то бегущий чувак. Давай нечестивый барьер. Странный у нас паладин получился. Сундучков сколько? О, пицца, это хорошо. Так, нам надо подойти к бомбочке поближе. Священный урон. Может, нам дадут все-таки ауру или что-нибудь такое. Можно молоточку уже дать. Ну давай метательный диск. Нифига себе, он меня зацепил. Ну, хотя, может, я и был уже покоцан. Грим в погосте. Пять книжек. Сколько тут опыта? Давай ускоренный метаболизм.
Сейчас как диском заеду. Нам надо за камешками сходить. А вот и аура. Только она, конечно, слабовата пока. Ну, противников тут такое хорошее количество уже набежало. Торопыга! Это нам подходит. Сейчас бы магнитик, и тут пару левелапов, наверное, можно поднять. Тратится хпшечка-то. Ну, можно сходить к бинту. Вот эти алтари, по-моему, они целебные. В лаборатории там бинт лежал. А вот здесь фиг его знает. Тут будет лежать. Там алтари были окровавлены. О, неплохо, неплохо. Ну, хп, конечно, надо восстанавливать. Пятнадцать камней дали. Это много чего можно улучшить. И на рынке даже что-нибудь купить. Давай. Щедро только. Песнь королевы. Танец льда, секущий твоих врагов. Давайте возьмем воскрешение. Ну, мало ли что может произойти. Случаи бывают разные. А, тут, кстати, крысы не с открытыми мозгами. Надо, конечно, за книжкой было бы сходить. Но мы сходим туда, уже за книжкой очень далеко. И в гробу, наверное, что-то полезное.
А он там не один, ему кто-то помогает. Ну, один уже упал, и ты упадешь, дядь. Бегаем быстрее. Бегать быстрее — это хорошо. Тоже неплохо. Это так я сходил к алтарям. О, осы какие-то или кто там, помоечные мухи зеленые. Вообще хпшка-то тратится. А, сейчас будет финальный. Это уровня сложности. Много птичек. Где level up? Сколько? 15 деревяшек, замечательно. Дайте бомбочку возьмем. Подходите, угощайтесь. Кстати, его бомбочка быстро вынесет. Ну, то есть не быстро, а вообще вынесет ли? Вроде так много опыта. Ну как начинаешь собирать, вроде не так уж и много. Тут даже одну эволюцию ты не всегда соберешь. Чертежей. Ну ладно. Отказаться я все равно не могу. Ну, поменять. Отказаться-то, наверное, как-то можно. Так, ну надо идти, наверное, вот действительно к часам. Бомбочка. Ну, кстати, тоже неплохо. А часы далеко расположены? Ну-ка, по щам ему, по щам. Даже лавлап не дали. Один маленький такой лавлапчик.
Ща, погоди, погоди, дядь. Надо подойти сзади. И надавать ему под задницу. Kick S называется. Техника. Вообще супер легко. Дали 4 косаря. Отлично. Еще деревяшек. Так, теперь что надо? Лаборатория средняя. Так, лаборатория средняя, лаборатория средняя. Ну, хорошо. Давайте сходим в лабораторию тогда еще. Прокачать надо чего-нибудь. Что мы можем прокачать? Есть версия. Не можем. Отстой. Носки. Не можем поменять. Так, подожди. Шлем. Блин, нихера. А, подожди. Чего? Кого? Не понимаю. Почему у нас шлем 25 уровня? Когда он будет 30-го. Кольцо. 30-го. Да бросай сюда. А тут эти автослияния есть? Отлично. А что там? А, носки. Носки улучшились. 35 уровень максимальный. Но у меня совсем нет чертежей. Кольцо воина. Ну, не сказать, что прям как-то впечатляет. Это по акции. Доспехи рейнджера. По акции. За 3500. Может, это и выгодно, но мне сейчас как-то сложно оценить. Ведь хочешь ратушу улучшить? Давай. Давай еще. Ну мне это какие-нибудь плюшки дает. Может быть, мне денег будут давать. Никакого пароля не знаете? На халяву что-нибудь получить. Так, все. Подготовили персонажа. Отправляемся. Лаборатория. Средняя, конечно. Видишь, все проходим. Урона вообще. Вообще все хорошо. Войдите в лабораторию, задание выполнено. О, вот эти задания выполняют, не придерешься. Максимально эффективно. Лучше выполнить нельзя. Блин, надо было прочитать задание. А сейчас задание прочитать нельзя. Ну, наверняка просто прокачай какую-нибудь херню до какого-то уровня. Там же всегда такая шляпа. По-моему, на каждом этапе. Ну ладно, я в лесу буду качать тогда. Пока ты не видишь.
Ну, огненные шары и же эволюция под это. Не, могучую волю давай. Да, но мне не хватает оружия. То есть я пассивку взял, и сейчас мне просто тяжело уже. Ну, кулдаун-то у молоточков такой себе. Давай молоточки еще. Ну, если бы молоточка было побольше. Кстати, сейчас шанс-то есть увеличить количество. Два пробивания. Ну, тоже неплохо. Один, конечно. Аура. Вот это я понимаю. Не хочу. Ну пусть область, ладно. Так, мне надо за книжкой идти срочно. Можно, конечно, еще за гробиком сходить. Радиус подбора. Мне кажется, отобьется радиус. Ну вообще по чувствительности стрелки мы где-то близко. Да, но непонятно, что ближе. Хорошо. Ну-ка, молоточками. Еще вот это. Хорошо. Так, ну сейчас будет своего рода испытание. Это противник все-таки сильный, с крюком. Давайте возьмем воскрешение и вообще париться не будем. То есть даже если нас он подловит, у нас есть право на ошибку. Ну где, 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 где? Книжка. Книжка не здесь.
Давай бутылку. Ну, ой, нет, что-то он слишком слаб. 4 шлема, а что у него так мало-то? Ну давай шарики. В принципе, какая фиг разница? Все будет приносить пользу. Убить лоботомированного кого-то там. Да, уровень сложности низкий для нас. Надо выбить срочно книжку. Книжку давай. Бутылочки. Неплохо, неплохо. Давай что-нибудь другое. Давай ножики. Лучнику неплохо подходят морозные вот эти стрелы. Там какие-то осколки морозные. Он стреляет по направлению движения, а они в противоположное направление стреляют. За спину. Неплохо, неплохо. Так, ты книжку принес? Дядь, книжка где? Книжка.
Нет книжки. Метаболизм. Будем лечиться сами. Двенадцать чертежей ботинок. Вакцина от простуды? Вот это название, я даже не обращал внимания. Вот она мутировала-то. Ну-ка еще радиус. У нас просто охренительный метаболизм. Так, ну здесь ничего нет. Неплохо, неплохо. Все как много слаймов. Усиливаем ауру. Я думаю, мы успеем посмотреть оба гроба. Ну, времени 8 минут осталось. Не, аура хорошо работает. Чувствуешь себя вот комфортно. Вы выжили 12 минут. В лесу на тяжелом уровне сложности кабанчики уже начинают делать рывки. Ну и медведи там. Здесь интересно, кто будет что делать. Рывки тоже. Довольно быстро мы дошли. О, три ячейки в гробу было. Очень неплохо. Сейчас мы со всей карты соберем. Давай, давай, давай. Еще лавлапа. Весь урон. Ну что за фигня? Давай воскрешение тогда.
Давай вот эту штуку. Давай вот эту. Да не, ну просто проходим как нож сквозь масло. Давай книжку и эволюцию. На штурм. Понятный опыт. Ну, давайте возьмем. Пока рядом. Фиг с ним. Можно было сначала, конечно, взять гроб, потом вернуться, тусоваться. Здесь, мне кажется, вообще ничего не требуется уже. Нам хоть финального босса ставь. Мы уже готовы. А, вот молния он меня вот здесь уфигачил. Ну, кстати, так ничего. Ощутимый урон. Гнев Божий. Нормальная тема. Если он падает на врагов. А не на нас. Вы получили убийца великанов. Меч. Ну что, мы вообще стоять-то можем как? Собирать-то тут непонятно вообще, ресурсы так разбросаны, можно найти что-то случайно. Крыса, кстати, здесь будет финальным боссом. Ну вот, наверное, вот этот может, да, видишь, так стоять совсем уж не можешь. Меня что-то напугали, сказали, не рекомендуем туда идти, не рекомендуем сюда. Иди пока в лес. Вот эти бегущие малыши, они оставляют после себя розовые камешки. Здорово, смотри. Ну так, ощутимо двигаемся по опыту. Все, стоим, ждем. Ну, сейчас придет один, наверное, с книжкой элитной, и все.
Хотя можно вот пойти посмотреть. А, далеко все-таки находится. Бинт. Ну так, чтобы и бинт, и бомбочка к финальному боссу. Подготовились, так подготовились. Ну, у нас пицца есть наверху. Ну, кстати, денег-то я немного заработал. 1200 всего. По текущим меркам-то это совсем мало. Но, может быть, вот здесь как раз и нужно было двигаться, чтобы чуть заработать больше. Ну-ка. 7 монеток. Я вот посмотри, кстати, бомбочка что-нибудь снесет финальному боссу. Ну, мне кажется, что-то снесло. О, неплохо, неплохо. Два косаря. Ну ладно. 2400. По красоте. Смотри, здесь я что-то выполнил. И тут выполнил. Что тут еще надо? Давай, это тоже выполнил. Проклятые души в бою до 5-го. 10 предметов экипировки на рынке. Еще задонатить лям. Такого нет тут? Потому что на рынке-то и купить ты не можешь. Видишь, тут ограниченный ассортимент. Типа жди, когда ассортимент изменится. Так, а улучшить? Ну-ка давай-ка улучшим. Обновление ассортимента. Ну вот. Обновили, вы улучшили. Так. Кольцо за 15 доспеха. Ну возьмем. А подешевле что-нибудь есть? Или я улучшил, и теперь все стало охерительно дорогим? Давай еще. Ну а что-нибудь для нищеброда? Вот шляпа чародея. 124 чертежа. Тиролька рейнджера. Ну, вроде, кстати, неплохая. 96 тиролька-то. Давай возьмем тирольку. И кольцо чародея. Пипец просто какой-то. С ума сойти. Ну, давай еще улучшим. Кольцо, давай. Ну, носки надо еще купить. Вот по акции. Ну, все. Ну, сколько же надо-то? А, вот, все выполнили. Проклятые души надо качать. Так, что мы тут набрали? Мусора какого-то. Смотри, три кольца. Ну-ка, автослияние.
Вот, тирольку. Значит, у меня дают 418. Шляпа шляпная. А тиролька 546. Как тебе такое, а? Илон. Три косаря. Ну, другое дело. И носки со звездочкой. Так, перчатки мы можем. А у нас только 30 уровень, а кузню... То давай эту улучшим. Так, шляпу можем улучшить? Нет, не можем. Перчатки можем улучшить? Подожди. Максимальный уровень предмета 35. А, вот кольцо мы можем. Лишь кольцо улучшили. А это можно улучшить? 28-й, носки. 29-й. Это нельзя улучшить? Нет. Мусор у меня тут набрано просто дофига. Ну, потихонечку будем разбираться. Принципе, неплохо. 3000. Так, а если идти в погост средний, не готовы. Видишь, он говорит, ни по урону, ни по... Но это интересно, может быть, как раз пойдем. В следующий раз, конечно. Так, тяжелая лаборатория. Ну, в принципе, можно идти в тяжелую лабораторию. И невозможный лес. Можно идти вообще на изи. То есть он настолько невозможный, что ты пройдешь его на изи. Ясно, понятно. Так, сколько не хватает камней? 6. Еще 4 камешка надо. Все, давайте здесь прервемся, продолжим в следующей серии. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.